девчонки и мальчишки, а также их родители. Знаете ли вы, где можно интересно, с пользой для ума и без ущерба для кошелька провести время в Москве? В библиотеке имени Некрасова бесплатно работают клубы и творческие студии для взрослых и детей. После летних каникул начал свою работу «Клуб 42». Он объединяет молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Сейчас их около 40, и к этим увлеченным людям может присоединиться любой желающий. Каждый может попробовать свои силы в таких известных играх, как «Мафия», «Эволюция», «Диксит», «Маленький мир», «Каркассон», «За бортом» и многих других. Сейчас эта индустрия весьма популярна в России. Открывается много магазинов настольных игр, и много клубов существует в частности. Вот наш клуб один из таких, которые любят собираться в компании и играть в настольные игры, которые способствуют какому-то развитию. Развитию логики, развитию ораторского искусства, развитию просто коммуникационной сферы, умение играть в команде. Приходите к нам, развивайтесь, совершенствуйтесь и находите новых друзей. Когда вокруг все серо и уныло, когда одолевает скука или тоска, на помощь придет библиотека Некрасова. В клубе «Афористики» ежемесячно, а не только 1 апреля, проходят вечера сатиры и юмора. Гостей клуба ждут розыгрыши, песни, шутки, юморезки в исполнении признанных мастеров сатиры и юмора – Анатолия Трушкина, Виктора Коклюшкина, Виктора Сумбатова и других. Совершить виртуальные путешествия в любую точку мира, получить достоверную и полную информацию по вопросам истории, географии и культуры поможет «Информатека путешествий и приключений». «Информатека» предложит гостям современные и традиционные источники информации, а также сведения из первых рук. Еженедельно посетителей ждут встречи с известными путешественниками, учеными, популярными блогерами, кинолектории, конференции, конкурсы и многое-многое другое. Каждую среду библиотека приглашает юных читателей в возрасте от 6 до 12 лет в творческую студию «Дети-академики». На занятиях ваших детей научат понимать свои и чужие эмоции, адекватно на них реагировать и правильно делать нравственный выбор. Здесь нет скучных лекций и сложных заданий. Профессиональный психолог ведет занятия в легкой игровой форме, где есть место общению, чтению, играм, рисованию. Школа живописи Некрасовки вновь открыла двери для детей и взрослых. Этим летом художник Дмитрий Шабунин уже знакомил с акварельными премудростями гостей летних читален в Таганском, Измайловском и Леонозовском парках. Теперь любой желающий, независимо от навыков рисования, может раскрыть свой творческий потенциал в дружеской и комфортной атмосфере. В библиотеке каждый найдет занятие по душе, и мы уверены, что, заглянув к нам однажды, вы захотите еще не раз сюда вернуться. Двери нашей библиотеки всегда открыты для вас.